напевно, не влізе. Які проблеми? Влізе в мою. Тоді ми не вліземо. Які проблеми? Поїдемо на моїй. Класика. Приїдь, привези. The Liders. Each has an extra thick skin. Reinforced suspension. Underbody corrosion protection. Each lider is built to survive, to take on loads, and the roughest of roads, to stop safely, to go smoothly. The Liders. Tough cars, tame prices. Test one at your nearest Lider dealer tomorrow. Je denkt aan een auto en je weet wat je wilt. Betrouwbaarheid vooral. Comfort en luxe, ruimte, goede stoelen, standaard heel veel accessoires, mooie moderne lijnen, laag verbruik en een lange levensduur. En omdat je wel overwogen te werk gaat, wordt het dus een Lada Samara. Desde las heladas laderas de los nevados, hasta las tupidas selvas, pasando por las ardientes arenas de los desiertos o las congestionadas vías, Lada tiene poder y es versátil. Lada es suave y dócil porque ha sido fabricado para cualquier circunstancia. Por estas razones y por su completo surtido de repuestos, los camperos Lada tienen personalidad. Lada, fuerte para el hombre, suave para la mujer. Рассказывали, что идею создания Нивы будто бы подбросил руководству ВАЗа Косыгин, тогдашний руководитель правительства Советского Союза. Идею более чем разумную, учитывая потребности нашей страны в сельском автомобиле, всепогодном, всепроходимом и в достаточной степени комфортабельном. Ведь автомобиль – это не только мощный двигатель, не только удачная конструкция шасси, не только форма и пластика объемов, но и удобный, красивый интерьер внутри салона. Эти изменения начались у нас с 1 августа этого года. Они у нас произошли в рамках модернизации, программы модернизации, которую мы осуществляем над нашим автомобилем. И в ходе этой модернизации практически полностью обновился интерьер нашего автомобиля, который практически с 95 года продержался на конвейере. А сейчас мы полностью обновили обивки дверей, обивки боковин. В общем, практически весь салон у нас обновился. Около 30% выпускаемых автомобилей «Лада 4х4» сегодня покупают в Европе. И где только не побывал этот автомобиль. В горах Южной Америки и на Северном полюсе, в мировых автопробегах и на обычной сельской дороге.
Пройдя через многие неминуемые тернии в автомобильной промышленности, базовая конструкция этого автомобиля, автором которого явился молодой художник-конструктор Валерий Семушкин, первая от начала и до конца чисто вазовская разработка. Я благодарен создателям этой машины, которые сумели предвосхитить тенденции автомобилестроения и, можно сказать, попали в десяточку с конструкцией. Ну, не только кузова, но и всей ходовой части. Получилось очень неприхотливое, очень надежное, ну, я бы сказал, комфортабельная машина. А тем, кто только задумался над тем, чтобы выбрать, какой автомобиль, ну, я имею в виду именно внедорожника, то я думаю, им нужно обратить самое пристальное внимание, особенно в связи с теми изменениями, которыми произошли в нашей машине, так называемая М-ка, ну, она еще способна удивлять. Автомобили «Лада 4х4» выпускают с 1977 года. Но и сегодня марка «Лада 4х4» остается любимой и у производителей, и у покупателей этого автомобиля. Наталья Лаженцева, Андрей Комиссаров, служба информации ВАЗ-ТВ. That's not the way to treat a ladder! This is how to treat a ladder! You know how to treat a Lada. That's not how to treat a Lada. I'm here to tell you about risky motoring. Me too, Tommy, me too. This is risky, this is risky. Make 'em have it, Tommy lad. Some people risk buying a used car when they could quite easily afford a brand new Lada. You can drive away any new Lada for only £99 deposit. Typical APR, 19.5. Did you know that, Bobby? No, I didn't, no. Well, you do now. Yes. Or only £99 a month. And you know what else, Bobby? What's that, Tommy? You're covered. I'm not, you know. Yes, you are. Your payments are covered against accidents, sickness, redundancy, and you even get free life insurance. And no need to risk third-party insurance either. You get 1 year's fully comprehensive insurance for only £99. And they're guaranteed for 2 years or 50,000 miles. So there you have it. Nothing can go wrong. Can it, Bobby? Don't expose yourself to unnecessary risks. Buy a brand new Lada and make sure you're covered. You've ruined it, haven't you? I thought you said risqué, Tommy. I thought you said risqué. Lada, Suomen ostetuin neliovinen perheauto. Sarjassa 8 mallia. Lada 1200L, edullinen käyttöauto. Siinä on lämmitettävä takalasi, läpivirtaustuuletus, niskatuet, peruutusvalo. Lada 1200L on turvallinen. Se on todellinen perheauto. Tätä autoa Suomi tarvitsee.
Le break Lada 1500 est très spacieux. 1,15 mètre cube utile. 1 150 000 cm cube. Soit 1 150 000 dés comme celui-ci. Soit, tenez-vous bien, 383 333 parties de 421 dans votre coffre en même temps. Reste un dé. Celui-là, il n'y a rien à faire, rentre pas. Lada Break 1500, tout ça pour 42 500 francs. Нас поважають. Він надійний, достойний мене. Ми друзі. Це мій автомобіль. Укравтохолдинг. Обирай надійних друзів. Поважай себе. Я йому довіряю. Він надійний та зручний. Ми друзі. Нас поважають. Це мій автомобіль. Укравтохолдинг. Обирай надійних друзів. Поважай себе. Він простий. Мені з ним зручно. Ми друзі. Нас поважають. Це мій автомобіль. Укравтохолдинг. Обирай надійних друзів. Поважай себе. Він надійний, простий, достойний мене. Ми друзі. Нас поважають. Це мій автомобіль. Укравтохолдинг. Обирай надійних друзів. Поважай себе. Меня зовут Олег Сухов. Я покинул Советский Союз в 1985 году и стал уборщиком здесь, в Лиссабоне. 20 лет я уже скучаю в России. Я очень тоскую о доме. 7 месяцев тому назад мне был дан знак. Однажды рано утром я был доведен до этого моста, и мне было показано что-то красивое, что принесло мне много хороших воспоминаний. С тех пор, перед каждым рабочим днем, в одно и то же время я иду туда, чтобы почувствовать себя дома, хоть на одну секунду. Здрасте. Иномарочку прикупили? Да наша это. Лада Гранта. Да ну. Ведь это ж надо. Наша. Наша. Лада Гранта. Меня зовут Олег Сухов. Я покинул Советский Союз в 1985 году и стал уборщиком здесь, в Лиссабоне. 20 лет я уже скучаю в России. Я очень тоскую о доме. 7 месяцев тому назад мне был дан знак. Однажды рано утром я был доведен до этого моста, и мне было показано что-то красивое, что принесло мне много хороших воспоминаний. С тех пор, перед каждым рабочим днем, в одно и то же время я иду туда, чтобы почувствовать себя дома, хоть на одну секунду.